Юля, ты хочешь на пирс? Да. На пирс просто. Мы по велодорожке идем. В общем, а да, тут охраняет кот. Да. А мы хотим сходить, а мы пойдем на пирс, север. На писр. Вот туда променад. Вот туда променад. А Юля спрашивался там внизу, а внизу там... О, опять этот базар. О, они дерутся за еду. Нет, чайки, уточки не дерутся. О, чайки. Ой. В общем, солнышко. Красота. А что, завтра сразу пойдем кататься? Вперед 100 метров. Вот, да, 100, слушай, а он может тоже не работает? Может тоже... В общем, зеленая водичка, ну. Зеленая водичка. Это зеленая водичка. Короче, мы идем по пирсу. Мы хотели попить воды. Вот. Ну, обломались, да. Здесь бювет королевы Луизы. Ну, его открывают только летом. Теперь вот за нами там есть колесо. Сезон, может, оно в сентябре еще открыто. Сезон, да. Сезон. Вон, колесо обозрения. Ну, вот мы вроде последили, а вроде оно шевелится. Ну, сейчас еще узнаем. Вот. И красота. 100 метров в море. 110 написано. Нет. Мы уже почти пришли. Юля говорит, очень умиротворенное состояние. Да, вот это море спокойное, никакого шума, кроме моря, нет. Да, заметила? Ни да. машин, ничего. Так спокойненько. Серфи. Я напряжена. И вниз вон лестница. Можно. О, мы сейчас туда сходим вниз. Вот сходим. Это прям к морю, да, идут? Ну, почти, да. Это не к морю, наверное, а сюда, наверное. Мы дошли. Это корабли. Нет. Ну, о, можно корабль. Посмотреть в трубу. Посмотреть. Сверху вообще ничего не будет. Вон колесо впереди. Еще рыбу можно ловить? Еще можно ловить рыбу туда. Рыбы можно рассмотреть. Ну, ну, ловят, и тут вот рыбаки стоят. Вообще супер. А вот наше побережье. Ну что, мы пошли вниз? Так, Юлька уже спустилась. Сейчас пройдем под мостом под этим. Мы сейчас посмотрим, что он сделал. А тут может что-то и швартуется, но вряд ли. Нет, здесь спуски нет, смотрите, да, все закрыто. Все закрыто. Ну это если что-то привязать лодку. Ну, без граффити, конечно. Без граффити никуда. Ага. Ку-ку. Юля рыбу увидела. Увидела. Я долго думала. Смотри, вон медуза. Где? Вон. О, точно. Вот, 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 да. Вот, 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 белая. Ну, только она, мне кажется, уже такая. Задохла? Ну, потому что она прям... Она замерзла. Она отдыхает, да. Не выходная. Я еще такой, думаю, пакетик, что ли. Что это такая, которую у меня... Двинули наверх. Теперь Юля увидела рыбу. До этого я она увидела... Всплеск. А, на всплеск. До этого она увидела медузу. Юлька глазастая.
не просто так не пройдет. Очень здорово, солнышко. Утро еще. Жалко водички не попить. Пошли. Пошли. Вот туда, вот туда, вот там наш отель. О, не отель, это дом отдыха. Ты счастлива? Как-то... Что нет дождя, что да, солнце. Да, кстати, нам... Нет, шикарно. Нам сегодня обещали дождь, солнце в глаз светит. Весь день. Тут, тут, да, чтобы завтра мы тоже хотим пройтись, конечно, по городу. Гулять у нас целых 6 часов на разграбление Зеленоградское.